кто не знает, я цирковой журналист, возглавляла газету в свое время, нашу цирковую, а сейчас работаю в уголке Дурбы. И я чисто с практической точки зрения хочу подойти к образованию. Нигде дрессуре не учат. За эти вот долгие годы, что я вообще связана с цирком, я не слышала, что где-то готовят дрессировщика. Хотя в уголке Дурова еще при Анне Владимировне Дуровой приглашали детей, юнатов, и часть из них, порядка 10 человек, артистов, до сих пор стали артистами из этих юнатов, и они работают в уголке. И что я хочу сказать? Уголок еще при Наталье Юрьевне Дуровой, она пыталась добиться того, чтобы построили храм детства, куда бы можно было приглашать детей не только из Москвы, но и из Подмосковья, и из других городов, и из них готовить, тех, кто любит животных, готовить дрессировщиков. Значит, ну, уже после смерти Натальи Юрьевны, Юрий Юрьевич Дуров пытается как-то этого добиться, это очень сложно, есть проект, есть макет вообще и нового здания этого храма детства. И вот я думаю, что хорошо бы подключиться всем и общим миром добиться того, чтобы это состоялось и чтобы была школа дрессуры. Вот. И еще одно хочу сказать, что вот последние эти годы в уголке Дурова есть просто вот действительно образование. Вот Андрей Николаевич ведет актерское мастерство. Есть занятия по пластике, и артисты, артисты, заслуженные артисты, дрессировщики, стали настоящими драматическими артистами. И кто не был вот в последние годы в уголке Дурова, приходите и приходите и посмотрите, какие там идут замечательные спектакли, где животные артисты, артисты-дрессировщики, настоящие драматические артисты. Вот очень хочется, чтобы Союз цирковых деятелей подключился и помог уголку Дурова, не уголку Дурова, а всем нам, чтобы, наконец, в цирке была школа дрессуры. Алло, я слышу, да? Значит, неожиданно, значит, сумели подсоединиться, долго не могли, подсоединились, хлорили, да? И сейчас мы после того, как поговорили с сиреной, вот, поговорим с хлорили, вот. Вот. Алло, Дэвид, вы нас слышите? Алло.